Политика – это жестокий бизнес. Эти законодатели из Сомали сейчас узнают, что они могут бросаться не только словами. Страну разрывают войны, и отель в Кении – самое безопасное место для встречи. Они так думали. Негодующие министры обвиняют спикеров в фаворитизме. Вскоре члены правительства переходят от слов к делу. Разъяренные члены кабинета министров отказываются от дискуссии и дают волю кулакам. Летит мебель. В зале начинается настоящий хаос. Но теперь представителям власти придется отвечать перед местным начальством и охраной отеля. Законодателей выдворили из зала. Раненым оказали помощь. А лидеры партии радуются своему умению решать вопросы при помощи силы. То, что случилось, весьма печально, но знаете ли, это признак демократии. Может быть, но есть большая разница между демократией и анархией.